Китайский стартап «ЗиАйрн» представив передовий вантажный гелкоптер нового поколня ПД назвою «Грей Уэйл ulg 1 який важким бесплотником. Новина была опубликована на сторонках видания «Дефенс Блок». Особливость «Грей Уэйл 1 включаясь вантаж-объемность на РВН 21 кг таможливсть полиэтуна, встань до 60 км. Беспеку як самого бесплотника, так перевезенного вантажу гаранту вбудований, аварийный парашют. По зазвичайным транспортуванным вантажам, цей дрон может быть и адаптований для встановления ракетно-бомбового озбронья. Веробник стверджу, что Грейуэйл G1 и эффективно виконувати завдання в умовах высокогреята над водою. У крана також використово вантажен повторян дрони у силах оборони. Раньше, раньше повдомлялось, что Великобритания передала у кран партию важких бесплотников «Мэллой». Цей дрон не перевозить и вантаж массою до 180 кг на встань 70 км, володючи высоким рвнем автоматизац. Вони может самостяно сдеснивать из эльте посадку тасудувати дувати заданному маршруту нафть в умовах непогоди. Помшнших разработок вартов, значит значите так и шелтаков дронер из них я як також перебываюсь у стат активного развитку.